Hi guys, привет, ребята, it's Russian with Natalie. Today we'll learn about asking and giving directions. Let's get started. Давайте начинать. To ask how to get to the underground station, как доехать до метро? Как доехать до метро? Как доехать до метро? Or for example, как дойти до? Как дойти до метро? Как дойти до метро? Доехать. Means by car, by any vehicle, and дойти, by foot. Как доехать до аэропорта? How can I get to the airport? Как доехать до аэропорта? Airport, аэропорт. Доехать до аэропорта. We decline this word. Как доехать до аэропорта? To ask, can you show me on the map, please? Покажите, пожалуйста, на карте. Покажите. Пожалуйста, на карте. Покажите, пожалуйста, на карте. To ask, is it far away from here? Это далеко отсюда. Это далеко отсюда. Это далеко отсюда. Or just, is it far? Это далеко? Это далеко? Это далеко? No, it's nearby. Нет, это близко. Нет. Это близко. Нет, это близко. To ask, where is the bus stop? Где находится автобусная остановка? Где находится автобусная остановка? Где находится автобусная остановка? Находится literally means is located. Где находится автобусная остановка? To ask, can you tell me where the bus stop is? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. And then you add the phrase, where is the bus stop, where is the hotel, where is the taxi? Где такси? Где отель? О, где находится отель? So do say where? Где? And then you add the phrase, where is the toilet? Где здесь туалет? Где здесь туалет? This literally means here. Где здесь туалет? Or, где здесь аэропорт? Где здесь? At the bus stop, you may ask, does the bus 42 stop here? Здесь останавливается 42-й. Здесь останавливается 42-й. Здесь останавливается 42-й. So we use the structure, здесь останавливается, and then the number of the bus. But remember that we put this number in ordinal numbers. So not 42, 42, but 42. 42nd, 42. When on the bus, you might say, one ticket, please. Один билет, пожалуйста. Один билет, пожалуйста. Please. Пожалуйста. Один билет, пожалуйста. Or two tickets, please. Два билета, пожалуйста. Three tickets, please. Три билета, пожалуйста. Три билета. Два билета. Один билет, пожалуйста. So when you're not sure whether it's a ticket or a token or the card on the bus, just better to say один, just a number. Один. Or два, пожалуйста. Один, пожалуйста. Три, пожалуйста. On the bus, you need to ask the driver to stop. So, for example, can you stop here, please? Or stop here, please? Остановитесь здесь, пожалуйста. Остановитесь здесь, пожалуйста. Остановитесь здесь, пожалуйста. If you don't know your stop, on the bus you may ask the driver or the people, where should I get off? Где мне нужно выходить? Где мне нужно выходить? Где мне нужно выходить? Or, where is my stop? Где моя остановка? Где моя остановка? Где моя остановка? To ask, which bus should I need to take to the underground, for example? Какой автобус мне нужен, чтобы доехать до метро? Какой автобус мне нужен, чтобы доехать до метро?
Какой автобус мне нужен, чтобы доехать до метро? You need the bus number 54. Вам нужен автобус номер 54. Вам нужен автобус номер 54. Вам нужен автобус номер 54. So when you're asking them, how can I get to this or that place, they can either start telling you the names of the streets, or they can start giving you directions, like go straight ahead, take the second to the right, or take the third to the left. So let's look in detail at these words. Go straight ahead. Идите прямо. Идите прямо. Идите прямо. Turn left. Поверните налево. Поверните налево. Поверните налево. Turn right. Поверните направо. Поверните направо. Поверните направо. And then cross the street. А потом перейдите улицу. А потом перейдите улицу. А потом перейдите улицу. At the crossroad, turn right, for example. На перекрестке поверните направо. На перекрестке поверните направо. На перекрестке поверните направо. Go back. Идите назад. Идите назад. Идите назад. Go ahead. Идите вперед. Идите вперед. Идите вперед. This is next to the shop. Это возле магазина. Это возле магазина. Это возле магазина. It's behind the hotel. Это сзади отеля. Это сзади отеля. Это сзади отеля. Can I get there by foot? Можно дойти пешком. Можно дойти туда, there, туда, пешком. Можно дойти туда пешком. How long will it take? Сколько это займет? Сколько это займет? Сколько это займет? О, сколько минут это займет? Сколько минут это займет? Сколько минут это займет? Literally, how many minutes will it take? Do you know how to get to the nearest pharmacy? Вы знаете, как попасть в ближайшую аптеку? Вы знаете, как попасть в ближайшую аптеку? Вы знаете, как попасть в ближайшую аптеку? I'm lost. Can you help me? Я потерялся. Помогите мне. Я потерялся. Помогите мне. Oh, for female, я потерялась. Помогите мне, пожалуйста. Я потерялась. Помогите мне, пожалуйста. Я потерялась. Помогите мне, пожалуйста. Okay, that's it, guys. I hope that was helpful. So if you have any questions, be free to ask in the comments below. Subscribe and let's move further together. Давайте двигаться дальше вместе.